Всем привет, с вами Демон Сталкер, и эта игрушечка Нифилхейм. У нас вышло обновление, очень долгожданное, думаю, очень такое интересное. Ну, она больше, конечно, касалась мультиплеера, чем одиночной игры, но все же это... Здорово, что они не забывают про нас. Спасибо российским разработчикам, хотел сказать производителям игры, да. Так, усаживайтесь поудобнее. Мы будем смотреть глобальное обновление, часть вторую. Так. Так, это я помню, я был в пещере своей. Ну, я сейчас потихонечку покопаюсь. Конечно, если я пока здесь. Медного, да, серебряного, да. Очень классно, классно, да. Мне как раз вроде серебряная нужна. Конечно, еще и титан. Не про... Гриб, язык дракона, ничего, это что-то новенькое. Прикиньте, язык дракона, здесь драконы есть, ну, когда-нибудь мы еще с ним до них доберемся. Так, здесь кто-то должен быть. Ладно, давайте, пойдем наверх, да. Все. Поднимемся. А теперь чё? Он теперь не надо, что ли, нажимать, ну? А здесь как будто... А может... Во, ребята! Теперь можно подойти на дабл нажать. Два раза, да? О, один раз... Один... А так заходит иногда, блин. Может... Посильнее надо нажать? О! Паучок, паучок! О, на! Давай, что там у тебя? Мясо паучка. Так, надо бы что-то перекусить. Оп. Отличненько. Так. Теперь вообще не надо. Вот это очень хорошо стать. Ребята, я иду. Подождите, не уходите без меня-то. Вы куда? А как же подраться-то? О, давайте, давайте. Отличненько.
Повеселись ты на славу. Та-та-та-та. Оп, и обратно. Оп. Очень вообще. Бежишь, бежишь, оп. Оп. А я побежал так. Оп, оп, свернул. Оп. О. 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 Ребят, смотрите, теперь вход в подземелье вот здесь, как и писали. Еще написано, типа, не входить, там черепа, надо, там монстры. Так, сказали, дверь можно будет скрафтить, ага, во. Лесопилка, дверь можно будет здесь скрафтить, есть что, ну. Еще какие-нибудь изменения есть? Ну, пока что я не вижу никакие. Вау! Ух ты, я лесопилку могу прокачать. Так, сейф. Опа-на! Это второй ящик вообще. Раньше, помните, были 4 штучки, а теперь вообще красава. Так, а теперь можно будет это. Что-нибудь такое, такое, этакое сюда положить. Ну, сюда. Ладно. Сюда пока что не будем ничего класть. Интересно, интересно. Титановый слиток, это без изменения. Без... Так, а нам надо что? Золотой слиток. Уф, сколько мы. Так, медный слиток. Кузнец. Серебряный слиток. Ух ты, еще золотой. Так. Так, маленькие кристаллики. Крылатый шлем. Там у нас там без изменения. Здесь без изменения. Это кого я вообще убил за всю карьеру викинга. Не, мне пока что вообще нравится обновление. Посмотрим вообще. Блин, надо было посмотреть, сколько босс теперь. Правда ли они изменились все же. Та-та-та-та-та. Теперь там сюда только наружу выходим, да? Отлично. Блин, типа дабл, блин, ну как там выбирать-то? На S, что ли, нажимать? Так. Можешь мне курятник завести? Мне он сейчас больше нужен, наверное, или нет? А чё, яйца, еда. Та же самая еда. Как вы считаете, кстати, пишите мне. Мне лучше курятник или оставить опцию шерстедобывалку? Так, ну что у нас здесь? Титановый слиток, это без изменений. Еда, едальная, едальная, едальная. Так, яйца. Так, что нам надо? Вот это.
Вот это, вот это. Естественно, хлебушек. Зимний гриб, ага, отлично. Ага, это все-таки еда. Тыква. Бобы. У все. Так. Что у нас здесь? Титановый слиток. Без изменений. Брашка. Ну это пока что. Ух ты, зелень пока что, да. Это пока что делать не будем. Так, вспомню, что у меня здесь, ага. Здесь всякие такие ништяки. Типа вот этого штучки такой. Та-та-та. Так, ух ты, это новенькое мясо, да, у нас? Жало паука. Ах ты, жало, жало, не дожало. Так. У нас оберег. Оберег, оберег. Так. Ну. Ну, все, да, здесь. Сюда, сюда все. Так, соль, шерсть, у нас вообще, ну, вообще шерсти много не бывает, яйца и это всякое, о, чё, больше не стакается, очень печальненько, печальненько, только полтинник-то, а? У нас 50 железных слитков. Мать моя, боже. Так, это... Зачем нам столько, да? Уму непостижимо. Так, серебряная руда. 5 штук, отлично. Что-то можно сейчас прокачать или нет? Или уже прокачал? Значит, нам титановая нужна, да, руда? Угу. Так, интересно. Так... О, некуда, да? А здесь... Здесь такие... Грибы будут. Гриб засранец, вот он, так. А у нас такой же был. Так, я золотую руду не положил. Так. А язык дракона это новое, да? Некуда класть-то. Придется сюда. И это, пускай сюда. Не хватает сундука, да? Да, надо еще сундук строить. Или в сейф убирать. У нас еще сейф есть. Ну, сейф это такие, знаете... Ой, блин, поесть надо, да? Так, так. Так. Так, перекусили, да, теперь мы теперь сыты. Так, куда ж прогуляться-то? Да, да, надо босса посмотреть, как там. Пойдем лесопилку улучшим. Посмотрим, какие там ништяки нам дадут. Так. Построим. Что надо следующее? Серебряный слиток.
Пожалуйста. Хотя бы на это пошел. Вау. Так, что у нас там? Медный топор. Так, старье. А что у нас? А, у нас что за кирка? Титановая, ага. О, теперь серебряный слиток нужен для серебряной стрелы, ну. Баллиста у нас вроде была. Вау, золотая стрела. Большой кованый кристалл нам нужен. Палец демона. Палец, лук. Во. Подождите. У нас такой же стоит. Охотничий. Охотничий лук 20-30, да? 20-30 охотничий лук. То ли мы его делали, то ли он уже был. О! Мортир. Это здорово, да. Вот это... Кокон паука. Ух ты, вот это лук. Какой-то лук... Ух ты, блин. Синий паучий кокон. А, надо пауков. Вот это круче лук. Защита 4, ну, да лучше какие-нибудь железные шмотки. Ну, у меня, конечно, часть такие. Всё. Ультиматум жрецов смерти, опять понаехали, да? Ну, посмотрим. Волчий гриб. Мы так его не нашли, да? Нам он такой же меч даст, который мы... Сколько стоит? Который мы продадим. Так, давайте пойду посмотрю, что будет с ультиматом. Тогда вернусь. Все, ребят, осталось несколько секунд. Я построил здесь еще... Оборудовал свой замок. И что? Это весь ультиматум. Я вообще не понимаю, зачем он нужен. Честное слово, не знаю. Пойдемте посмотрим, изменил что-нибудь в пещерах. А, это древний портал, он скоро будет. Процесс разработки. Сейчас боссы будут выпадать, сказали. О, просто проходишь и все. С босса будет выпадать ништячки, типа свитков портала, что ли. Что-то мне так. Брашку надо выпить. А, по привычке так можно. О, а теперь выбор, понял. Здесь некоторые, где нужно выбирать, все-таки есть выбор. И ты нажимаешь, естественно, вверх, W, или вниз, S. Это прикольно.
Так, а у них что-нибудь изменилось? Не понял. А что здесь такое происходит? А почему здесь не видно? Это интересненько. Блин, я испугался. Ребят, вы за мной? Ну, славно повеселились. В следующий раз заходить. Так. Похавать, так. Ага, я, значит, туда ушел, так. Нам ниже надо, вообще ничего не видно. А сейчас ночь. Это вот он, ультиматум. Опа-на. Вот оно что, Михалычна. Ты не видишь, что здесь происходит. Вон там, где босс, пойдемте. Привет, парни. Знатная вечеринка была. Вот оно чё. Когда ультиматум, у него здоровье 2000. Надо днем на босс входить. Вот, вот это самое интересное, вот это оно. Вот это да, вот это интересно, разработчики сделаны. Все-таки боссов они сделали как положено, блин, ну. А потом можно будет на босса прийти, может он будет не такой свирепый. По крайней мере его быстро вольнешь. Когда ночь пройдет, наверное, и пройдет ультиматум жрецов смерти. Теперь мы выяснили, что да как. Согласитесь, это очень забавно. Теперь мы достаточно все ощутили всю глубину обновления, часть вторая. Что скажешь, это превосходно. Теперь не надо, наверное, тратить так много эликсиров, здоровья там. Потому что еда-то теперь сытость устанавливает. Раньше-то оно здоровье поправляло. Теперь за здоровье надо готовить эликсиры. Мясо птицы. Мясо овцы. О, лук медвежий. Мясо поросенка. Колбаска из баранины.
18 еще. То все. И да, запасена. Все отлично. Я думаю, что я буду на этом обновление заканчивать. Тогда в следующей серии сходим на очередного босса. Опять будем драться с свирепым медведем. Кому понравилось, ставьте лайки, не забывайте. Подписался, кто не подписан. И ждите продолжения. Всем пока. Покедова!